Олимпиада в Сочи — это здорово. И сейчас внимание, сегодня здесь и сейчас молодая гвардия Единой России официально объявляет о старте программы конкурса «Яростный стройотряд» среди студенческих отрядов из разных регионов нашей страны, которые будут своими руками помогать строить олимпийские объекты в столице зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Мы сделаем это, мы поможем, а может быть даже и сами построим Олимпийский Сочи к 2014 году и проведем лучшую в истории человечества зимнюю Олимпиаду. По крайней мере, мы тут и не сомневаемся, правда? Проведем ведь? Но у нас есть свой яростный стройотряд. Свой музыкальный яростный стройотряд, и он уже здесь, и его возглавляет Дмитрий Колдун. У-ху! Я свежий ветер, огонь крылатый, и наше время на циферблатах. Пусть повезет нам в большом пути от равнодушья себя спасти. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно степной пожар, песен костры горят. Пожар, песен, костры горят. Нет струн у сердца неопалимых, и жажда счастья неумолима. Я обращаюсь к своей любви, меня на подвиг благослови. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно степной пожар, песен костры горят. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно степной пожар, песен костры горят. На перекрестках путей и мнений рождались звезды и вдохновение. И одержимость всегда права, когда находит свои слова. Мы сильны духом, мы дети земли, мы смелые, смели, и нас не смели. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно степной пожар, песен костры горят. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно степной пожар, песен костры горят. А стройотряды уходят дальше, а строй гитары не терпит фальши. И наш словесный максимализм проверит время, проверит жизнь. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно степной пожар, песен костры горят.